Дорогие друзья, дел миллиард, свои яйца не высижены, другие купили, закладывать надо. И вообще, полы зато намыты, да? Дел полнёхонько. Говорят, осень, все, пора прошла птицеводческая, чёс весь закончился. У нас ощущение у меня, что он только начинается. Вот. Вы видите что-нибудь в этой темноте? А? Саш, ай. 49,9. Чё 49,9? Ну чё, чё, температура. Подписчиков количество, чё? Да? На-на. Чё делать-то? Ты намекаешь на то, что у нас ролик не готов? Я не намекаю, идём прямым текстом шпары. Конь не валялся. Ну ты видишь, по ночам работаем. Все бросай, значит, что? Бросаем, выбираем самое важное. Что в нашей жизни самое важное? Подписчики, конечно. Ну, так а что делать? Тогда все, бросаем, все, бежим. Ну, пойдем, что делать? Нам не привыкать. Но это самое, некачественный материал может получиться. А монтировать нам на наших компьютерах исторических дня 4, наверное. Тогда что делать-то? Ну, подождите немножко, если мы опоздаем. Что, родственникам звоним? А, пусть да, отписываются. Звони родственникам, так. Минус 10 подписчиков будет, имею в виду. Не спасут. Ну, примерно на часик. Ну, подписчики сами отпишутся, потому что ты пообещала, обещание не выполнилось. Скажешь, да пошли вы, а что это я-то? Это ты обещал. Я обещал, да? Я не знаю. Это ты обещал. Я на тебя все свалю. Это он виноват. Классный солнечный денек, конец октября. Вы нас вынуждаете гораздо быстрее записывать видео на тему анализов комбикормов, чем мы сами планировали. Поэтому сейчас быстренько заходим в птичник, и Александр Сергеевич расскажет вам о той истории, которая предшествовала сдаче мяса на анализ. Итак, друзья, для всех, кто не в курсе, суть происходящего в чем? У нас была партия цыпленка Рост 308, которого мы имели возможность на тот момент кормить разными кормами, отсадили контрольную группу, которую кормили пуриной, и основную массу цыпленка вырастили на южной короне. Соответственно, получили две тушки, выкормленные разными кормами. Ну и было грех не воспользоваться ситуацией и сдать их на анализ. То есть мясо этих тушек, этой птицы, сдать на анализ. Дабы выяснить остаточные какие-то лекарственные препараты, которые, возможно, могли бы находиться в этой тушке. Ну и что-то вообще неожиданное и ненужное никому из нас, как потребителю этого мяса и нашим клиентам, соответственно. Вот это мы проделали. Как мы это делали, будет ссылочка вот здесь, либо ссылочка в описании. Вы можете посмотреть, как весь процесс сдачи мяса на анализ происходил. Плюс, соответственно, мы имеем... Имели экспериментальную партию, выращенную на пурине и на южной короне. Соответственно, мы сравнили полученный результат, веса, падежи, ну, возможно, фин-результат, если Лена посчитает, покажет, не знаю, посмотрим. И там есть один моментик очень интересный, о котором мы говорили в своих видео ранее. Там он был прям вот явно представлен, вот увидите. Посмотрите обязательно, не пропускайте. Очень интересный момент в тонкостях выращивания бройлера, так скажем. В принципе, все. Смотрите дальше, что показали результаты. А это уже другая партия, другой эксперимент. Это птица, которая растет у нас на Богдановиче. Это птица, которая растет у нас на Пурине. Тоже будем сравнивать, смотреть по весам, по результату партии. И волшебство, это тоже Рос. А, это тоже Рос, да, кстати говоря, это Рос 308, но это производитель другой. Это не Мах Чехия, это Чехия Бест. Ну, в принципе, пока, ты как скажешь, такие хорошки? Сколько им? Совсем мало же. Им мало, им, по-моему, 9 дней, да, 9 дней. Плюшки-ватрушки. Вот, смотрите. Смотрите наши эксперименты. Для вас это будет полезно, вы сделаете определенные выводы для себя. Ну все, я пошла делать все. Дальше. Да. Как это называется? Даже не расчет, это как прочтение результатов экспертизы. Да, оглашение результатов. Да. Приговор, огласить приговор. Пожалуйста. Дважды, хорошо. Так, сейчас стараемся не упасть в грязь лицом в прямом тексте, в прямом смысле. Итак, дорогие мои, мы сейчас с вами посмотрим, что написано в протоколе исследования, которое нам пришло. И для начала я хочу обратить внимание, на какие же ветеринарные лекарственные препараты мы сдавали птицу, мясо.
Для начала я вам просто прочитаю то, какая характеристика этого анализа конкретного дается в этой лаборатории и зачем она вот такой комплексный анализ, эта лаборатория продуктов питания проводит. Мультикомпонентная количественная методика определяет остаточное количество ветеринарных лекарственных препаратов в продуктах питания. Была разработана лабораторией доклинических исследований МФТИ в 2016 году. Методика участвует в регулярном контроле качества наших стратегических партнеров, и только за последние полгода ей было проверено около 320 продуктов питания различного типа, в частности молочка, мясная, рыбная продукция. В основу разработки легли не только отечественные ГОСТ, но и зарубежные арбитражные методики и последние научные публикации. В список показателей методик входят 30 различных ветеринарных лекарственных препаратов, которые условно можно разделить на 4 группы. Всего 31, но один лекарственный препарат, он не является антибиотическим никаким. Он антисептический препарат, это хлоргексидин. Это не то, что закладывают внутрь, грубо говоря, это то, чем обрабатывают снаружи. Первая группа – хорошо известные препараты, регулируемые техническим регламентом Таможенного союза о безопасности пищевых продуктов. Несмотря на строгий государственный контроль, следить за их применением по-прежнему актуально в силу невысокой их цены, широкого распространенности на рынке и широкого антибактериального спектра действия. То есть действенные, противоударные, классные препараты. Это тетрациклиновая группа, перечислять не буду, по-моему, к последнему хлортетрациклину относится бетатацин. Каждым из-под этого тетрациклиновой группы, из-под этого подраздела, 1, 2, 3, 4, 5, существует куча антибиотических препаратов, которые в основе имеют именно эти лекарственные препараты, именно эти медикаменты, да? Лекарственные составляющие, главное. Потом другие препараты. Левомицетин, я буду вам в скобках читать, потому что само по себе это длинное название, мне ничего не говорит. А вот левомицетин, понимаете, и мазь, вот это левомиколь, например, вот с содержанием именно этого антибиотика. Это уже понятные нам птицеводам вещи. Потом пенициллины и стрептомицины. В общем, классические антибиотические препараты, которые мы все с вами знаем, и на людях тоже они применяются. Вторая группа, это будет с 9 по 25 аж препарат, широкая. Сульфаниламиды, фторхинолоны, пенициллины и другие препараты. Вот в других препаратах у нас перечислено тиамулин как один, тилозин как один из лекарственных тоже препаратов. Помните, это антибиотики для птицы, очень хорошо работают. И что нас особенно интересует здесь, это 24-й препарат метронидазол. Это во вторую группу препаратов входят вещества, которые... содержание которых регулируется решением коллегии ЕЭК за 2018 год. Эта методика покрывает 18 веществ из данного документа, в том числе широко применяемые сульфаниламиды и фторхинолоны при курином производстве, а также пенициллины нового поколения. Понятно? То есть это вот как раз вторая группа, она максимально к нам и относится. Действительно, я бы даже написала, что здесь не при курином производстве, а мясо птицы. Да? То есть индюки тоже... сюда подпадают. Вот. И третья группа. В третью группу входят антигельминтные препараты. Последними я не знакома с тремя, но вот первые два, они, в общем, тоже часто встречаются у нас с вами в списках рекомендованных препаратов для наших птиц. Четвертое – это хлоргексидин. Ему отдельное место уделяется. Здесь, в частности, отдельное внимание заслуживает антисептический препарат хлоргексидин, активно используемый при производстве молока, а именно после доения для обеззараживания вымени коровы. При несоблюдении технологии смывания антисептика с вымени возможна контаминация молока хлоргексидином. Влияние хлоргексидина при употреблении внутрь на человека сейчас изучено недостаточно подробно. В Российской Федерации и ЕС содержание антисептика в пище не регулируется. Хочу вам так сказать. Я по поводу этого препарата спрашивала самого заведующего лаборатории хлоргексидина. Я говорю, что, в общем-то, даже в рот брызгают, да, детям ничего страшного не происходит. Он говорит, это хорошо, что ничего страшного не происходит, но на постоянной основе применение данного препарата на людях совершенно непонятно и не изучено. То есть это все равно антисептик, да, антисептический препарат, который, если дезинфицировать что-то постоянно, вы понимаете, что происходит. Происходит и уничтожение хороших бактерий, в том числе, которые должны как-то восстанавливаться. Но на постоянной основе делать это ни в коем случае нельзя. Это его мнение было, что это
такой момент очень скользкий. Но в законодательстве не прописан запрет на использование хлоргексидина. В данном случае прописано как при производстве молока. Я хочу сказать, что я думаю, что и птицу тоже. Вот этот вот рассол, который делается такой, ну, чтобы курица долго не портилась, да, он вполне себе возможен, основан именно на хлоргексидине. Нас этот препарат, конечно, не коснется в любом случае, потому что мы не используем никакую закваску при приготовлении готовой продукции уже. Поэтому моя продукция лежит недолго. К сожалению, охлажденкой. Поэтому хлоргексидин, он есть, хорошо, но нас он не касается. Вот так, сейчас я налью себе чайку, и мы продолжим дальше. Бррр. Если честно, я так замерзла. Я сегодня целый день бегала, снимала для вас видео, обзор осенний. С много-много всяких разных фишечек туда вставила, много-много всяких разных фенечек там заметила, чтобы вам было полезно, чтобы вы посмотрели, тоже, может, использовали. Возвращаемся к нашим баранам. И смотрим непосредственно прямой барабанная дробь. Тра-да-да-да-да. Протокол испытания. Итак, протокол исследований. Тушка цыпленка, южная корона, заказчик Годуновский бройлер. Дата проведения, дата составления. Нас интересует результат. В образце отсутствуют проверяемые показатели, либо их содержание ниже предела количественного определения соответствующей методики. Полный список исследованных показателей приведен ниже. Весь этот перечень мы с вами сегодня уже смотрели. Но, короче, ура! В нашей птице ничего не нашли. Та птица, которая выкормилась на южной короне. В общем-то, ожидаемый, да, результат. То есть производитель с нами честен. Все отлично. Методика исследования – это высокоэффективная жидкостная хроматография, мы о ней говорили. Нижний предел количественного определения не более 5 микрограмм на килограмм. Это для медикаментов. Кроме стрептомицина, у него предел количественного определения 50 микрограмм на килограмм. Список определяемых ветеринарных лекарственных препаратов. Первая группа – это препараты, регулируемые техническим регламентом Таможенного союза. Этот регламент включает в себя медицинские лекарственные препараты, антибиотики в частности, которые допустимы в определенном уровне микрограмм на килограмм. Вот здесь в скобках указан допустимый уровень. В основном это 10 микрограмм на килограмм, помимо стрептомицина, у которого 200 микрограмм на килограмм. Соответственно, на этот стрептомицин предел количественного определения составляет 50 микрограмм на килограмм. То есть в 4 раза меньше, чем допустимая норма по этому техническому регламенту. Если бы мы в птице имели лекарственные препараты в допуске, то мы могли бы иметь их вот в таком количестве. Но даже при пределе количественного определения в 2 раза ниже вот этих вот показателей у нас ничего найдено не было. Я вот для себя понимаю, читаю этот протокол исследования таким образом. Следующая группа – это препараты, регулируемые решением коллегии Евразийской экономической комиссии номер 28. Там есть перечень из 72 лекарственных препаратов и количественные допуски их в мясе. Перечислены, там есть таблицы всевозможные, не только в мясе, в продуктах питания. Вот этот перечень часто используемых лекарственных препаратов, и по этой причине он вошел в этот комплексный анализ, и эти медикаменты обнаружены в нашем мясе также не были. Что тоже очень радует. Следующая группа – это препараты, нерегулируемые в пищевой продукции законодательством Российской Федерации. Эти препараты часто встречаются в мясе, но никоим образом в законодательстве не прописан их норматив. Антипаразиторные препараты, в общем-то, и хлоргексидин в конце, 31-й. Ничего из этих лекарственных препаратов в мясе не найдено, еще раз вам говорю. Прям приятно даже мне это все повторять. А теперь мы с вами перейдем к протоколу исследований тушки Пурина. Итак, протокол исследований тушки цыпленка на Пурине. Результат исследования. В образце отсутствуют проверяемые показатели, либо их содержание ниже предела количественного определения соответствующей методики. Полный список исследований показателей приведен ниже. Ура, товарищи! В общем, в Пурине абсолютно точно так же. В мясе не остается лекарственных препаратов, что нас несказанно радует. И наше поздравление Пурине абсолютно точно так же. Они были правы, говоря о том, что если выкармливать птицу по
правилам этого комбикормового завода, то ваша птица будет чиста, свежа и натуральна. В этом протоколе точно так же расписаны все ветеринарные лекарственные препараты. К этому мы больше возвращаться не будем. И, в общем-то, тоже печать лаборатории и подписи участников данного тестирования. Друзья, ну что мы можем сказать по поводу полученных результатов? Какие выводы можем сделать? Ну, выводы, как обычно, вы делаете сами, а свою позицию на этот счет мы сейчас вам расскажем. Южная корона, как мы ожидали, что там ничего не будет, там ничего и нет. Это говорит о чем? О том, что производитель был с нами честен, и он ничего не добавил в корма. Если вы кормите свою птицу этим кормами, значит, тот спектр лекарственных препаратов, который был в этом исследовании, в вашей птице не будет найден. Да, и причем, если опять-таки верить производителю, и он не добавляет лекарственные препараты, старт и рост, соответственно, вы можете птицу забивать, какое преимущество этого корма, в любое время. Можете на корнишоны, на табака и так далее. Что касается пурины, значит, с пурины я бы не рекомендовал такой вариант, да, по поводу корнишонов, там, табака и так далее, так как у него в старте и гроуре есть лекарственные препараты. Но после откорма финишем положенное время мы с вами получаем чистую тушку. То есть, если вы следуете предписаниям производителя, да, по схеме кормления, значит, производите смену корма в положенное время, в итоге получаете чистую тушку без лекарственных препаратов, которые содержатся в старте и в гроувере. Но, соответственно, корнишона и табака не надо лучше. Вот. Ну, старт можно, на финиш можно пораньше перейти. Да, если вы хотите вообще себя там еще перестраховать и обезопасить в большей степени, то можете на финиш переходить не в 20, там, 8-29 дней, да, как предписывает производитель, а в 25, скажем. То есть у вас срок выведения препаратов еще больше увеличится, и, соответственно, увеличится гарантия, что там все будет отсутствовать. Да, мы, смотрите, откорм производили конкретно, прям вот четко по графику, да. И даже вот по этому графику, значит, в каком возрасте мы сдавали? 45 там или 46, сколько? По-моему. Ну, что-то. Ну, 45, может быть, чуть-чуть там 46-47. Получается, что все. Вот за этот промежуток времени, там с 29-х, по-моему, суток, препараты, которые содержатся в старте в росте, выводятся полностью. Вот. Пурина один из немногих производителей, которые абсолютно все честно говорят у себя, да, на сайте и на этикетке. И в паспорте качества. Все везде прописано. Сколько, когда, чего они добавили, куда и так далее и тому подобное. Многие комментаторы что нам говорят? Вот, да, я хотел сказать, что многие комментаторы нам пишут, что как можно пурину рассматривать как корм для типа домашнего бройлера, если там столько химии, там сплошная химия, там гормон роста, там антибиотики, все, что только не попадет туда пихают. И в итоге, что получается, как мы вам и говорили, просто-напросто пурина, честный производитель, который пишет все как есть, пишет на этикетках, на мешках, в паспортах качества, на сайте, везде, где можно, он везде пишет, короче, как есть там и что есть у него в корме. А многие производители не пишут, но у них есть и даже в финишных кормах. Мы с вами это проходили, если вы смотрели наши вот ролики по комбикормам, по другим. Вы это могли там наблюдать, что люди не пишут нигде практически, там очень сложно достать какую-то достоверную информацию в виде паспорта качества, где только в премиксе, если он там будет расшифрован, вы увидите там какой-нибудь фловамицин в ПК-6, понимаете? Вот. А здесь нет никакого секрета, все подтвердилось, как нам говорил представитель Пурины, что достоверная информация в том плане, что в ПК-6 нет лекарственных препаратов, так оно в принципе и получилось. Вот. Ну а чем кормить, все равно выбор за вами, как говорится. Тут уже только вы решаете этот момент. Тем более мы не сдавали на гормон роста, ту фразу, которую любят очень сильно использовать. А на гормон роста мы даже не знаем, где можно сдать. Если вы знаете, пишите в комментариях. Если у вас есть знакомый какая-то лаборатория в нашем регионе, может быть, да, кто-то знает, который вообще делает этот анализ. Потому что все, что мы обзванивали лаборатории, анализ такого плана не делают. Нам даже не подсказал заведующий вот этой лаборатории, да, где можно сделать то, что он сам не знает. И касаемо гормона роста, смотрите, наши отношения. Мы не сторонники теории заговоров по поводу гормона роста в комбикормах, вот. Но 100% утверждать, что он там отсутствует, мы тоже не можем, потому как нет достоверных доказательств. Но также не можем, да, утверждать, и мы не можем, что он там есть. Да, утверждать, что он есть, поймите. Пока не доказано обратное, что называется. Да.
Вот. То есть мы говорим только за те препараты, которые вот были у нас в анализе. В этом перечне. В этом перечне, да. А этот перечень был, ну, очень Солидный. Широк, очень широк, да. Шире я, по крайней мере, еще не видела. Да. Ты заговорила представителю Алексея, я вспомнила. Мы на самом деле ожидали, что они будут нам звонить. Что нам позвонят до выхода вот этого видео с результатами и будут спрашивать, ну как там, все ли нормально. Мало ли, может, мы мошенники и действительно хотим подставить их. Они бы поняли, кстати, и прочувствовали этот момент. Ну, во-первых, хочу сказать, что если бы мы хотели кого-то подставить, мы прекрасно понимаем, что это вещь подсудная, что это действительно клевета будет официальная и чуть ли не в средствах массовой информации. Лёня, мы же с вами большая масса, да? Вот, поэтому, по этой причине... Мы, безусловно, себя подстраховали, у нас были оставлены закрытые мешки с комбикормами, которыми мы кормили птицу свою, для того, чтобы в случае, если у нас будет какая-то терка в этом смысле, мы могли бы доказать, что мы именно этими кормами и в этих кормах оказались бы лекарственные препараты. Понимаете, да, особенно что касается южной короны, да, или финиша пурины, куда там могли положить и не это самое, не положили или положили. Вот, и по этой причине... Мы ждали, думаем, позвонят, не позвонят. Да. Вы знаете, никто не позвонил. Мария, тебе позвонил Маша по другому позвонила вопросу. По другому вопросу. Она пригласила меня на завод, чтобы я для себя в голове, и все это и для вас тоже, может быть, показала, как вообще работают комбикормовые заводы, стадии подготовки зерна, там безопасность какая-то на проверке этого зерна и так далее, и тому подобное, понимаете? Она мне сказала, что покажет все, что угодно, но не покажет рецептуру непосредственно в процентах, что это является коммерческой тайной. Это мы с вами тоже оговаривали. Ребят, очень хочется, может быть, даже это... И когда-нибудь давай в мечтах. Пока не будем, ну, короче, да, загадывать. Вот такой вот звонок был. Но никаких там, что у вас там получилось, что у вас там не получилось, никаких вообще не было вопросов. Ребята, это очень уверенные в себе производители. Но это, конечно, и не подритузные какие-то там, никто непонятно кто где-то делает. Это большие заводы. Поэтому не переживайте. Достоверность этих кормов, по крайней мере для нас, она очевидна. По поводу лаборатории. 100% скажут и напишут о том, что лаборатория какая-то не такая, анализы какие-то не такие, да и вообще лаборатория-то ли была и так далее. Но, во-первых, эта лаборатория заключает с нами договор, который подписан, который с печатями, со всеми делами, в том, что они обязуются, отвечают за те результаты, которые, за достоверность результатов, которые они предоставляют. Потом я же заморочек спрашивала, если я в другую лабораторию сдам, результаты будут такие же, они не могут расходиться. Но человек не то, что не напрягся, а просто объяснил, что результаты расходиться в этом смысле не могут, конечно же, если это та же птица, там, и так далее, и тому подобное. Вот. И еще такой момент. Я знаю о результатах этой лаборатории достоверно, что они находили лекарственные препараты в птице. В той, которая написана на этикетках ЭКО и куплена она в магазинах экопродукции, дорогих, московских. Вот. И что там они находили лекарственные препараты, понимаете? Не поэтому только же в мясе, они и в овощах, по-моему, там находили, были анализы. Да, у нас были такие вот разговоры с человеком совершенно незаинтересованным, и только по этой причине мы обратились в эту лабораторию, которая именно специализируется на оценке качества продуктов питания, понимаете? И они участники многих всяких там вещей на государственной основе, поэтому... Слушайте, это... ребят, ну если не верить МФТИ, да? Ну да, кому-то это тогда кому-то вообще, верить, я не знаю. Ну хотя... Ну, конечно же, дело ваше. Да. Безусловно. Сами смотрите. Ребят, вы помните, что мы сдавали еще индейку на анализы в эту лабораторию? И там нас очень интересует, остается ли метронидазол, который мы, ну так скажем, прямо рекомендовали в пропойках для бройлерной индейки. Ну, по определенной схеме. Да, конечно, по нашей схеме. Мы очень хотим посмотреть, что там остается, а что нет, и насколько оправдан или не оправдан риск выращивания индейки без метронидазола, понимаете? Анализ этот мы с вами рассмотрим отдельно, поэтому вы обязательно должны подписаться на наш канал, нажать колокольчик, выделить там закладочку «Все», да. И только тогда вам будут приходить оповещения о выходе наших видео. Одна подписка, к сожалению, вас не застрахует от пропусков. Мы вам еще успеем надоесть. Все на этом. Здоровья вам и вашей птице. Всем пока. No pasaran.